Здравствуйте, ребята. Прошу прощения, что очень часто ударяюсь в некий автоп. Я зашел на свой канал и просто офигел от количества видео. Я сделал плейлисты для вашего удобства, чтобы каждый мог найти ту или иную информацию. Для этого переходите на мой канал. После этого заходите в плейлисты. И здесь находятся плейлисты. Технический анализ, там находятся ролики, все посвященные только техническому анализу. В трейдинг сюда попадают ролики, которые не входят в остальные плейлисты. Это обзоры книг, околорыночная тематика. Это, допустим, как взять доверительное управление, при этом не сесть и так далее. Трейдинг не дай себя обмануть. Это рубрика, куда попадают всевозможные схемы обмана, как поступить, что делать и так далее, и так далее, и так далее. Офф-топ – это понятное дело. Сюда попадают ролики, которые вообще не связаны с трейдингом, либо которые являются шутками, прибаутками и так далее. Социальная реклама – это наша анимация, которую вы видите, направленная на повышение финансовой грамотности населения, направленная на повышение вашей грамотности. А лоховоды – все, что связано с лоховодами, обзоры пирамид, обзоры каких-то лоховозок, лоховодов и так далее. Прогнозы рынков, я думаю, понятно. Бинарные опционы – все ролики, которые связаны с бинарными опционами, попадают в эту рубрику. Психология трейдинга. А все, что относится к психологии, так или иначе, тоже попадает сюда. Для маленьких трейдунят. Эта рубрика, прошу прощения за название, надо будет, наверное, поменять. Эта рубрика связана с, сделана для тех людей, которые вообще ничего не понимают в рынке. То есть, вот они пришли в рынок, им нужно как-то разобраться. Эти ролики, они помогут разъяснить, что здесь что, что стоит смотреть, что не стоит смотреть, то есть как определить тренд, что такое механика рынка. То есть начальная информация. «Суббота со Звездиным» – это рубрика, в которой собраны ролики «Суббота со Звездиным», где я рассматриваю какие-то торговые сигналы различных людей, торговые системы, сделки, какие-то вопросы, которые мне задают. Это очень интересная и важная рубрика. Здесь очень много информации. В этих пока что 13 роликах находится больше информации, чем на всем канале. Пожалуйста, обратите на них пристальное внимание. Моя торговля, ну это, собственно говоря, моя торговля. Если вы только пришли на рынок, если вы только зашли на мой канал, начинайте прям вот для маленьких трейдунят. Вот открываете плейлист и начинаете смотреть, ну открывайте плейлист, начинайте смотреть одно видео за другим, одно за другим. Видео я расставлю в хронологическом порядке, так чтобы вам было понятно. После этого переходите в технический анализ. Начинайте смотреть все, что связано с техническим анализом. А после этого вы открываете «Субботу со Звездиным», смотрите «Субботу со Звездиным» и после этого смотрите мою торговлю. А в таком случае, если вы все сделаете то, как я вам говорю, по крайней мере, я говорю без шуток, но деньги вы терять перестанете, вы хотя бы будете сидеть у нуля. Потому что в эти знания, которые находятся в этих роликах, действительно помогут вам в той или иной мере узнать некоторые нюансы трейдинга, узнать некоторые нюансы рынка и так далее. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, дизлайки, всем пока.